похожий на стих. Бормотание сверчка и ребенка, совершенство писатель постиг. И в бессмыслице скомканной речи изощренность известная есть. Но, возможно, мечты человечьи жертву этим забавам принесть. И, возможно ли русское слово превратить в щебетанье щегла, чтобы смысла, живая основа, прозвучать сквозь него не смогла. Нет! Поэзия ставит преграды нашим выдумкам, ибо она не для тех, кто, играя в шарад, надевает колпак колдуна. Тот, кто жизнью живет настоящей, кто к поэзии с детства привык, вечно веру в животворящий, полный разум русский язык.